Всем привет! Так, повернись, родной. Повернись, говорю. Всем привет! Добро пожаловать на канал Соколов Плей. Сегодня я бы вам хотел показать такое видео, о котором я давненько думал запилить его. А именно, как проходит 95-я карта танком в сборке ДД. В чем она заключается? Давайте посмотрим. Во-первых, сет плюс 8 на силу. Лайтовский. То есть бонус к силе, к атаке, к ментальной атаке, скорости атаки, процент к физатаке. Вот это мне и надо. Следом, конечно же, браслет на силушку. Диадемка на атаку. Валик плюс 5%. Дальше. По скиллам. По скиллам, конечно же, щит атаки. При блокировке плюс 30% к физатаке. Конечно, лайт пассивки нету. Поэтому защита будет не особо-то и велика. Дальше. Бешенство берсерка. Физатаки плюс 25%. И сборка на ДД. То есть тут 4% и тут 3%. 7% физатаки, скорость атаки 4%. И шанс крита плюс 40%. Так что в целом вот такая вот сборочка. Посмотрим, что у нас получится. И, конечно же, чуть-чуть не забыл. А именно, рубин 3 уровня и опал 4. То есть, разгон по атаке, разгон по свойствам. И получаем мы в итоге вот такие цифры. По защите, конечно, мало, потому что клайта пассивки нету. И здоровья меньше, следовательно. При этом атаки больше, скорость атаки на уровне, сила 125, выносливость 100. И вот такие и вот статистики у нас. Что ж, поехали. Итого, смотрите, что мы имеем под бафом. Защиту на уровне тира. 14 тысяч физатаки. Неплохо, с учетом, что у танка есть ПВЕ ставка своя. Статы, как видите, более чем шикарные, я бы сказал.